подкрепление придет до прибытия магистра. Стрелков на все крыши. Все указания здесь. За дело. Нам пойти с ними? С элитной стражей магистра? Они сами справятся. Пожалуй, ты прав. Надо бы найти, где мне переждать, пока они собираются. До появления магистра. Не хочу рисковать. Закроем твое отступление. Отлично. Одним поганым псом меньше. Ну-ну. У фанатиков новый мучит. Отлично. Espériez passer inaperçu, c'est raté. Se passerait quelque chose d'important. Que peut-il se passer? Retour. Thank you.
Больше людей на стене! Ворота! Здесь детально расписаны все передвижения Лафреньера. Так просто, что даже не верится. Попался. Люблю, когда цель сама идет в руки. Истина в опасности, братья мои. Ее осадили со всех сторон. Она вздернута на дыбе. Якобинцы принесли ее в жертву популизму. Уже пророки вводят народ в заблуждение, суля ему свободу, равенство и братство. Негодяи! Даже в ордене есть неверные, что подстрекают нас бросить истину на попрание врагам. А за их спинами ассасины ждут любого проявления слабости. Предатели! Враги верят, что, лишив нас оружия, они лишили нас сил. Полагаю, друзей истины так просто не остановить. Единство, сила, добродетель. Готовьтесь, братья, сегодня истина за нами. Ура!
Вставай, брат мой. Иди с нами. Надеюсь, вы не доверяете ему. Мирабо честный человек, порядочный. Обычный пьяница с манией величия. Не забывай, кто здесь великий магистр Лафреньер. Великому магистру де Лассеру немедленно доставить лично в руки. Да, месье. Магистр, у нас проблема. Кристоф передавал информацию врагам. Они, скорее всего, знают, где мы находимся. Надо действовать быстро. Зови всех. Атакуем особняк ДБВ. A-t-il perdu la raison? Прием, это епископ. Пока все хорошо. Хочу немного помочь. Мы узнали нечто очень важное. Анализ данных показал, что мудрец, которого мы ищем, великий магистр тамплиеров. Это за ним охотится Арно. Лучше не придумаешь. Вот, все установлено. Пользуйся с умом. До связи.
На чердаке нашли кое-что любопытное. Если хотите, можете подняться и взглянуть. Рабочим, наконец, удалось открыть вход в подвал. Так мы сможем попадать на северный берег, не опасаясь посторонних взглядов. Если вдруг понадобится. Четыреста дворян с оружием, Анаре! Если бы не генерал Лафабот... Хватит! Хватит! Здесь вам не рыночная площадь! Слишком много слов, да мало дела! Ну, хоть кто-то с добрыми вестями. Арно, что ты узнал у ювелира? Я. Они учатся. Жермен сделал эту булавку для человека по имени Лафреньер. Ты уверен? Уверен. Магистр де Лассер верил в его преданность. Что ж, твоя задача ясна, Арно. Найди Лафреньера. Я нашел его, месье. И все решил. Ты что это несешь, щенок? Я узнал, где Лафреньер, затем пошел и убил его. Не слышно, с ума сошел! Ты смел вооруженный сын! Еще раз ослушаешься, Совет Страва! Я тебя лично придушу! Совет ценит твое рвение. Но помни, цели выбираешь не ты. Ты должен был прийти к нам. Простите, учитель. Мне казалось, я нашел виновного в смерти месье де Лассера. Некоторые факты указывали на то, что в будущем он собирается нанести удар по братству. И я решился. Казалось, некоторые. Но теперь я не понимаю его мотивов. В его памяти я увидел, как он писал месье де Лассеру, предупреждая об опасности. Перед войсками он говорил про нападение на клуб в Море, а не про наш. И что ты думаешь? Не знаю. Я хотел бы узнать больше. Не одобряю. У юноши бесспорно талант. Но жажда мести ослепляет его. Пусть продолжат другие. Времени нет. Планы Лафреньера воплотятся в жизнь сегодня. Он спросил разрешения, Гийом. А? Ступай, узнай, что сможешь. Но без лишней спешки. Да, учитель. Как поживаете, друг мой?
и не я один. Тебе не следовало возвращаться. Отлично. Тоже играть хочу. Давай-ка. А ну, стой на месте. Ты стой, проклятый мерзавец. Теперь ты. Вот он. Осторожнее. Вид. Вот и она. Что же привлекло сюда Лафреньера? Наверх его, быстро! Латуш, сколько лет? И сюда пробрался, да?
что это было?
смертью, сам не став преступником. Когда фанатизм, рожденный чудовищным сочетанием невежества и деспотии, изобрел понятие святотатства и в своем безумии самого Бога начались кровавые жертвы, низводящие божество до уровня чудовищ, считавших себя образом. План недоработан. И не будем забывать о том, что, например, с удовольствием сожжет нас всех на костре. Значит, ты не слышал? О чем? Лафреньер умер. Пару часов назад. Ассасины. Вычислили вы пружины, которыми закон действует на человеческие чувства. Заговор тамплиеров. Вы, кроме смерти, сколько физических и нравственных мук вынесет человек. Жажда жизни уступает гордости. Самой могущественной из страстей, владеющих сердцем. Худшее наказание для общественного человека – это позор, угнетающее свидетельство... Как думаешь, сегодня надолго? Закончили? Политика почти что. Никогда не умолк. Пойми, да, друг, пойду, мне все это не в тягость. А ты протянешь еще час, может два. Полчаса, если постараюсь. Давай пропустим эндшпиль и сразу поставим мат. Ответь на вопрос, и все тут же кончится. Люксембург. Что-что? Люксембургский дворец. А ты был умен. Ой, заканчивайте, пора. Я сейчас. Вы его слышали? И вы выкинули его из окна? Мусору место в канаве. Кто-то мог убить. Кто? Мои люди следят за всем. У добрых самаритян есть шансы. Надеюсь, магистр будет недоволен. Если план рухнет из-за одного мертвого смерта. Великие дела требуют терпения, друг мой. Если несчастье Парижа позволит нам изменить мир, пусть будет так. Почему бы просто не убить его? Мой человек, нож, темный переулок. Все просто. Капитан, нам нужен осужденный, а не мученик. Терпение. Простите, великий магистр, но лично мне кажется, что чем дольше мы терпим, тем больше рискуем. Ассасины уже нашли Севера и короля нищих. Север и король нищих уже в прошлом. Их смерть не станет для нас помехой. И мы знаем, что ассасинами можно и должно манипулировать. А дочь де ла Сера? Если она соберет старую гвардию, жди беды. Проблема решится сама собой. И как же? Мадмуазель де ла Сер направится в особняк Вуазан. Побеседовать с Лафреньером. Увы, мсье Лафреньеру больше нечего сказать. Элиза,
магистр. Но ведь и вы не в ладах с ассасинами. Простите. Но... Найти шпиона! От меня ему не скрыться! За ним! Шпион роялистов! Элиза! 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 Черт! Где же? Вуазен? Проклятие! В чем дело? Где Лафреньер? Убит. Что? Бежим! Все потом! За ней! На перерез! Убит! Тут мы не пройдем. За дело? Ну да. Я все равно тебя поймаю! А ну прочь, дорогие! Чертов предатель!
чем дело? Я что-то не знаю, куда идти. Залезу наверх и гляну. Как мы выберемся? На спине революции. Революции не нужны трусы. Проклятие, опять тупик. Тут ничего не видно. Ну и как выбираться? Они должны быть где-то тут. Вон там! А, нет, это Клод. Впереди двое. И этого я его нашла. Их слишком много, не проскользнем. Уберем их всех вдвоем. Главное тихо. Девушку не видите? Высокую, рыжую. Вроде бы нет. Кажется, это все. Готово. Но впереди большая группа. Здесь не проходила девушка? Нет, простите. Стой! Стрелки! Вижу их. Может, с крыши будет видно лучше? Надо уходить. Далеко они не ушли. Найти их! Беги, я отвлеку их. Беги. Завтра кафе, театр. Я все объясню. Чокнутый. Я приду. Я могу опоздать. Атакуйте сзади! Черт возьми! Particulièrement hideux.
заходите в мой дом и угрожаете. Доброе утро, месье. Ну? Ну? Ты весь в дела? Выслеживаю убийцу твоего отца, да. Удачи. Он убил почти всех моих союзников, а остальных запугал до полусмерти. Он неуловим, как будто призрак. Я его видел. Что? Да? Где его найти? Не уверен, что надо. Он убьет тебя, Элиза. И? Хочешь защитить? Я хочу помочь. Французский народ велик. У братства есть средства. Люди. Это дурацкая шутка. Я не доверяю ассасинам. И вернуть нас в рабство проклятого монарха. Свобода, равенство и общее счастье. Все, а мне? От этого, должны приложить усилия и помочь возвести. Я не изменился, Элиза. Помнишь, как я отвлекал повара, пока ты крала варенье. И это я помог тебе перелезть через стену в саду, полном собак. Хорошо. Отведи меня в братство. Я их выслушаю. Они будут счастливы. Это что? Чёртов тамплиер. Что он творит? Да ну. Да-да, безопасность для них самое главное. Два раза направо, 73 шага вниз по лестнице, налево и направо. Ну, все верно? Ты что опять учудил, щенок? За ней охотятся тамплиеры. И теперь она тут? У братства есть средства. Люди. Замолчи! Так, кто у нас тут? Привет, друг мой. Меня зовут... Боже ты мой. Снимите повязку. Какой абсурд. Я Элиза де Лассер. Мой отец Франсуа де Лассер. Великий магистр тамплиеров. Я пришла просить помощи. Так-так. Мирабо! Будем снова продолжать этот бессмысленный спор? Будем, если нужно, мастер Кимар.
Если вы не видите выгоды в том, чтобы дочь Теласера была у нас в долгу, мне страшно за нас всех. Итак, мадемуазель Деласер. Ну, началось. В другой ситуации я бы не стала встречаться с вами. Но мой отец мертв, как и мои союзники в Ордене. Если надо объединиться с ассасинами, чтобы отомстить, пускай. Как бы не так. Это трюк, чтобы пустить пыль в глаза. Отправим им ее голову, чтобы не наглели. Белек. Довольно. Дискуссию продолжим за закрытыми дверями. Извините, мадемуазель Деласер. Конечно. Арно, проводи девушку. Уверен, вам есть о чем поговорить. Привет, Арно. Все прошло так, как я и ожидала. Подожди. Мирабо их уговорит. Думаешь, мы найдем его? Столько времени прошло. Рано или поздно найдем. Франсуа Жермен думал, что Лафреньер... Франсуа Жермен? Да. Где он? Улица Сент-Антуана. А что? Что? Элиза! Что ты делаешь? Куда это ты? Подожди! Постой! Франсуа Жермен был помощником моего отца. Что? Его изгнали из Ордена еще давно. Ересь или что-то касающееся Жака де Мале, я не уверена. Но Жермен умер. Давным-давно. А сам-то он в курсе? Я бы хотела задать ему пару вопросов. И я тоже. Ничего. Наверх. Там его мастерская. Пошли. А может, это другой Жермен? Высокий, седой, глаза разного цвета. Ну ладно, согласен, тот же самый. Похоже, никого. Элиза. Да, я угадаю. Ловушка? Убейте их! Не мешайте идти! Весьма бодрит. Прямо как в Марселе. Только крови чуть больше.
Ничего нет. Он знал, что его ложь раскроют. И снова ускользнул. Или нет. Ищем. Замок. Может быть... Или так. Теперь понятно, почему сюда меня не водили. Арно. Вот. Это он. Это он убил моего отца. Надо сказать Мирабо, как только... Я разберусь. Встретимся у дома Мирабо. Пригнись! Видел их? Дом, через улицу. Осторожно! Это епископ. Слышишь меня? Сработано отлично. Ты нашел его. Франсуа Тамуа Жермен. Великий магистр и мудрец в придачу. По нашим данным, он уже второй мудрец в верхушке ордена. Это настораживает. Оставайся со мной и узнай все о Жермене. Если он пережил этого магистра, то сможет привести нас к телу. Отбой.